Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как только наступает летняя жара, так тут же в интернете возникают миллионы споров, как правильно готовить картошку. На кефире, на белом квасе, на сладком квасе, с горчицей или без горчицы, с добавлением огуречного рассола или без добавления. К черту споры! К черту окрошку! В жару надо готовить свекольник. Это вкусно, это просто, это правильно. Приступим. Для него нужен холодный свекольный отвар и холодная отваренная картошка, поэтому с овощей и начну. Ватва, кстати, тоже в дело пойдет. Вода у меня уже кипит. Ее надо посолить, добавить лимонного сока и только затем отправлять туда свеклу. Проварю минут 10 и только затем добавлю ботву. Свекла должна остаться неразваренной, стать слегка мягкой, но все-таки еще быть целенькой такой, не расползтись в кашу. Это важно. Не переваривайте. Я пока картошку почищу. Тоже посолить и сюда ее. Мне такой вот способ подготовки картошки кажется более простым, чем сначала варить, потом резать в отварную, она плохо режется. Ну и яйца надо вкрутую сварить. Кстати, 10 минут прошли. Пора добавлять ботву. И все вместе еще минуту 2-3 проварить. Свекольник крайне вкусная штука, поэтому имеет смысл готовить сразу побольше этого отвара. А благо он в холодильнике просто прекрасно хранится и становится только вкуснее. А ну и хватит варить. Надо проверить на соль, кислоту и сахар. Свекла бывает разная. Какая-то очень сладкая, какая-то не очень. У меня не очень, и лимона маловато. Поэтому и лимона добавлю, и сахара, и немножко соли. И учитывайте, что холодный отвар кажется менее соленым. Теперь его надо как следует остудить. В идеале вообще на всю ночь в холодильник отправить. Картошку, кстати, тоже пора на дуршлаг отбросить. Яйца доварятся, их надо будет остудить, очистить, и пока на этом все работы завершены. Остывать отвар будет долго. Ждем. Кто-то свекольник подает с отварным мясом, кто-то с колбасой, кто-то вообще без ничего. Я вот хочу сегодня с ветчиной его стрескать. Вот и вы на свой вкус ориентируйтесь. О, как мне сейчас будет хорошо. Ой. Класс. Нет, если кому-то хочется больше остроты, то сюда, конечно, можно добавить и горчички, как вы, может быть, добавляете в окрошку, но на мой вкус вообще прекрасно.
холодненький, летний, классный. Причем набор можно под себя варьировать. Можно немножко больше мяса добавить, другого мяса использовать, вообще без мяса сделать. Больше картошки, больше огурцов, меньше огурцов. Короче, просто песня. Чесночку добавить в конце концов. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Отличная просто, я считаю, альтернатива всем этим окрошечным боям. Огромное спасибо за компанию, за лайки. Отдельное спасибо за дизлайки. Если что-то не нравится, не стесняйтесь пиндюрить дизлайк. Всем пока!